Всем привет, я еду путешествие с классом. Меня, кстати, Зара зовут, и нет, я не украла приветствие Улисы, я просто забыла поздороваться. И вообще, если у меня такой темный фон, то вы, наверное, поняли то, что меня вообще слышно не было слышно меня! И хочу вам напомнить то, что у меня соседи вообще обнаглевшие, и они будут сверлить, наверное, всю вот эту вот озвучку вне видео. Но у вас я хочу попросить подписаться и поставить лайк, потому что я очень сильно старалась, и я хочу выпустить это видео именно 1 июня, первый день лета. Ну и что, пойдемте отправляться со мной в путешествие по горам Узбекистана. Мы пришли уже, там девочки сзади сидят, берег бошку, там девочки сзади сидят. Мы сидим, мы сели на последний. Чё? Очень последний. Хочу напомнить то, что в этом автобусе было очень шумно, потому что именно мой класс очень-очень бешеный. Хочу вам кое-что сказать, это не мальчик рядом со мной сидящий, это девочка, это моя подруга Арина. Иди отсюда, я потом сразу. Короче, мы уже едем, сейчас я включу наушники, тебя слышу не буду. Вы заметили этих двух заглотусов впереди, точнее, сзади нас, не Арину, а Самира с Фарухом. Это два моих одноклассника, которые пытались посмотреть в экран, а я не давала. Сейчас мы, господи, что с вами? Сейчас мы остановились, чтобы забрать себе нашу кошку, либо их дальше. Здесь вы готовы увидеть горную красоту Узбекистана. Самый умный человек на этой планете, потому что до меня не могло как-нибудь дойти то, что я снимаю влог на YouTube, а не в какой-нибудь там Instagram, и почему бы просто до меня не дошло то, что надо держать горизонтально телефон, а не вертикально. Мы прям по камням катимся. Я начала показывать пальцем, потому что там в забор были вбиты, можно так сказать, стекла, где сидела птица. Она не могла просто ни шагу сделать. Мы уже приехали, сейчас мы все вещи вон там вот разгружаем. С Ариной сейчас брызгаемся вот этим вот бомжихой. Мы уже приехали с классом, сидим здесь на топчине. О боже мой. Мы сидим с классным руководителем, пацаны там одни сидят. Такие вот мои aesthetic girl. Что? Сидим, кушаем сам. Нормально, кушай. Нормально, кушай. Чуть-чуть заглотись. Жара зовут? Это не меня, твою маму зовут. Я что, виновата, что ли? Нормально, я же господин декрет, ты же почему ты била такая? На компанию. Девочки, салфетка. Он занят. Салфетку. Вот салфетка. А после этого не еще вы плавать будете? Не надо. Почему? Слава богу. Не плавать. Нормально. Вы же представьте, что вы плавали, вы прыгнули там вниз. Спустя 1000 лет я присоединилась к Карине, чтобы тоже поесть. Зара помахай в кадр. Мы всем. А кто, кстати, опоздал сегодня на автобус? Она и Фарух. Все, вы что, не списки? Аллахамад был бы мне. Ну я помню. Я тоже. Я собака. Меня тоже. Я удалила вас в подписку. Мне налей. Какие вы добрые, да, были? Да. Очень добрые. Мы Никита! Никита, братик, сестра.
Здравствуйте, город Канвары. У меня баллоны, и все могу я хочу. У меня тоже. Примерно. Аб! Короче, сейчас мы пойдем носки снимем, я сниму, и я пойду туда, возможно. Все, сейчас влога не будет, потому что я буду айстетик за стрит герл. У нас класс немножко того, потому что они будут плескаться, поэтому не хочу кончину своего телефона. Вот тут я вот стою, я одна спустилась сюда, чтобы пофоткаться. И сейчас я забираюсь обратно. Вот. А, мои тапочки. Иди на сварте. Жрачка, пляща, помещи. Я боялась потерять свой телефон, поэтому ничего вам не снимала. Простите, пожалуйста. И зашли сюда. Господи. Это туалет, я не опади. У меня вот сюда больше никогда не пойду. Я ничего не снимала, потому что мы все время купались, но я купалась. Еще нас не взяли в горы, я всегда обиделась, Арина. Когда мы обедали, я вам хочу рассказать одну историю, это очень важно. Пока мы будем кушать, я буду вам рассказывать одну историю, которая сегодня произошла с Ариной. Сегодня. Водичку. Короче, молчи. Сегодня, девочки, мы когда вышли в горы, мы опоздали. Случилось... Мы ловушки. Молчи. Мы ловушки. Мы идем. По дороге заворачиваем вправо. Вот как вышли, молчи, Аня. Как вышли, сразу направо повернули и шли. Сначала мы позвонили боссу. Он сказал, все, не идите, мы хотели вас найти. И вон с той стороны вышел мужик, короче. Не мужик, а банда. Толпа мужиков. Толпа прям. Откуда? Подождите. Куда нам? Нам больше не надо. Нам не надо уже! Что, один? Она возьмет хотя бы? Что вы? На нас смотрела еще дочка мама. Это надо было сказать тоже. Дочка мама сказала вправо пойти. Говори! Сразу влево не хотите, налево! И вот, короче, смотрите, мы сидим. Мы сидим. У меня вообще половинка картошки. Если будешь ржать, сейчас ничего не буду рассказывать. Я тебя слушаю. Дальше, давай. Давай. Я нам рассказывай. Вот, мы пошли, и там шла банда мужиков. Жирных таких, сочных. Которые ржали над нами. Мы пошли, и Донь... Как вот они маме назовут? Иру. И тетя Ира... Сейчас. Тетя Ира наблюдала за нами, как мы пойдем. Да. Вот. А Галина не захотела. Она не могла за нами побежать, потому что... Бульон, мясо, давай. Да? Диора, ты... Диора тоже не хочет. Вообще. Мясо кушаете с картошкой? Я же выпить очень вкусно, а вот обгони чвальдом. Давай. Давайте. Я думаю, что так вкусно. Я буду кушать все, кроме бульона, я бульон ненавижу. Дай мне хлеб. Вот, тетя... Да. Тетя Ира. Тетя Ира. Да. Я вам наблюдала за нами. Да мягкую дай. Ага, и... Наблюдала за нами, эти мужики шли. Мы шли такие радостные. Я же шел вот в этих штанах. У меня они мокрые чуть-чуть были, ну ладно. Покажи. Ага, ну все. Попробуй, давай. В штанах. Чуть-чуть тон погромче, я не могу. Мы шли, а потом суп с котом. Это что-то суп с котом. Это банан. Не хочу просраться. Это Самир. Корова. Это Самир. Самир не корова. Самир скотина. Они шли за нами? Да, хватит. Ага. Мы шли, они за нами. Потом Донечка, мама начала кричать: «Эльзара, махать сюда». Мы резко повернулись, они остановились, когда мы уже добежали. И пошли обратно. Она аж подавилась, у меня, бля, слюни. Мы резко развернулись, пошли обратно, и они пошли за нами. Они хотели нас. Да, именно да. Вот именно. Потом Сира. Сира же, да? Ламира! Да, был самый сочный. Ну, первый был. Сира. Вагина же есть. Да.
подошла. Подожди, подожди. Она вас позвала, вы повернулись, они пошли за вами? Мы повернулись, забежали, потом они остановились и пошли за нами, хотели пойти. Они оглядывались каждый раз, потому что видели то, что эта Тира смотрела. Смотрела на них, поэтому они боялись, наверное. У нас пиздец. Боже, как будет плавать. Да, ее зовут Ирина? Да? Да. Все, да? Да. Да? Да. А мне хочется в ответ что-то сказать. Потом. Да. Потом произошло такое. Да молчи! Ага. Она не смешная, чуть не выбыли. Потом мы пришли, и твоя мама разговаривала с Утирой. И такая говорит. Вот эти твари, мужики, шли за Ариной и Эльзарой, шли. Я смотрела на них, они каждый раз оборачивались. Потом, когда они развернулись, я начала... Трое, да, было? Больше. Банда, блин! Банда. Это не трое. Семь человек. Нихуя себе! Поэтому я же говорила, там семь человек стояло. Совместно это же? Совместно это? А, да, помнишь, они стояли. Они за нами шли. С нами Абос Абдугани, с вами Абос Абдугани был. А ну, да, я мать не... Нет, зачем? А что, не любят все? Нет. Да нет, пусть... Кто хочет, ложись в кровь. Босса думает, что я не видел. Она где лежала. Да? Она где лежала? Шизара. Это звучит? Шизара какая. Потом... Они за нами не пошли, потому что у нас была босса Дуганичи, вот этот Виктор. А, Виктор? Да, мы ответили. Когда я говорила, смотрите, там стоят. Мы, короче, смотрите, выходили, и прям возле забора стояли, короче, вот эти мужики. Потом они увидели, как мы дальше, и пошли в ту сторону. Это рабочие. Да, нихуя себе рабочие. Они хотели отвлечь. Они хотели отвлечь. Шизара, они во время перерыва. И вот, короче, мы стоим. Они хотели поучиться. Мы вышли, они увидели нас. Да. Они походу поняли, что... О, Байрам так жив! Он занял черви. Барри, там навозом пахали, туда посмотрели. Зара, как тут два девочка? Да, это они? Да, они виноваты. Дай подайте. Они все эти мужики, их увидели, они хотели с ним подойти. Если бы не тетя Тира, нас бы уже не было. Нас бы украли. Съели. Съели, нас арабам бы продали. Зачем арабам? Арабы, потому что они богатые. Я не буду мясо есть. А ты арабам продать. А дай мне. Мясо никогда не... Дай мне. Мне. Я первый попросил. Забирай это говно. Я которая пью газировку. Кто под газировку? А что я не хочу. Нет, я платила свои деньги. Чтобы мы пошли в горы, вы нас забыли, потому что это Эмиля с Аней сидели там 40 лет переодевались. Будто у них там вот так. Я вообще быстро переодевалась. Спасибо большое. Я вышла, и ты вспомнила, что у тебя нету трусов. Можно слово? Нельзя. Она говорит, что я долго переодевалась, я быстро переоделась, это Эмилия была долго. Потом она стояла... Она там вообще с мамой стояла, ты вообще о чем? Потом она пришла, я переоделась, выхожу, она говорит, я трусы забыла. И все. Кто? Аня, где салфетка? Аня! Салфетка где? У нее. У меня нет салфеток. Это обманутый капитан. А босс Абдуганич, я пожертвую ради фанты. Запомни мои слова. Я все запоминаю. Запоминайте. Удачи. Реально у нас живет Бобби. Не надо. С вами поеду. Посмотрим. Зайдите в наш сад. www.mela. Ага, я. Ладно, слышишь, давай? Ходила? Сейчас. Кидайте сразу Анварова, его не жалко. Итак, на этой минуте будет совершенно другой кадр, потому что мы там просто разговаривали, а я забыла выключить.
Все вышли. Даня же придет, подождите. Где деньги надо? Я вам деньги отдал, да? Вот прошел мой день, я вся загорела вот тут, вот тут, вот тут, вот тут. И губы у меня жестко щипят. Короче, мясо. Короче, с вами была я, Эльзурочка. Поэтому всем пока. Удачных вам каникул. Надеюсь, это видео выйдет 1 июня. Хотя мы ездили туда 27-го. Всех люблю. Всем пока.